Приветствую, коллеги, это аналитик валютных рынков и торговый идеи от компании Tikmill, и с вами я, Артур Изятуллин. Сегодня мы с вами разбираем ситуацию на валютном и долговом рынке. Прежде всего хочу заметить, что у нас американский доллар не смог погрузиться ниже вот этого уровня поддержки, это у нас февральский минимум. Была вот здесь одна попытка, вот здесь вторая попытка, то есть вчера и сегодня как-то уйти ниже. Вчера была попытка закрепиться ниже, ничего не получилось, не удалось. Собственно, сегодня доллар развивает восходящий моментум, который, на мой взгляд, в краткосрочной перспективе может продолжиться. И, собственно, давайте обсудим, почему. Значит, вчера и сегодня у нас появились парочка интересных комментариев от представителей ФРС, от главы ФРБ Сан-Франциско и от вице-председателя ФРС. В общем, они заявили, что пора уже начать обсуждать, когда мы будем проводить, когда они будут проводить сокращение QE, программы количественного смягчения. То есть сейчас они начинают подготавливать именно к фазе, где они начинают активно обсуждать, насколько сократить программу количественного смягчения, когда ее сокращать и так далее. Предварительная дата, да, когда это начнется, вот сдвиг пройдет в этом направлении, это у нас следующее заседание ФРС, которое состоится в июне. На ней, скорее всего, она будет насыщена комментариями по поводу того, когда уже ФРС перейдет к сворачиванию антикризисной политики. Вот это сейчас важно иметь в виду. То есть ФРС у нас сейчас присоединяется к другим, будем так говорить, коллегам-ястребам, например, Банку Канады, Банку Англии, Банку Новой Зеландии, которые уже просигнализировали, что они собираются постепенно сокращать QE. Подключается сейчас и ФРС, и мы, собственно, видим, что появляется вот эта синхронность между различными центральными банками вот в плане как бы политики, да, своей, в плане того, как они координируют политику. То есть все они начинают сейчас постепенно выходить из антикризисных мер. Ну и самый главный центральный банк, ФРС, тоже постепенно такие делает робкие шаги в этом направлении. Собственно, мы видим различную реакцию на долговых и валютных рынках на эти комментарии, на эти события. Если мы посмотрим с вами на индекс товарных цен от Bloomberg, то он у нас перешел в снижение вот примерно с, когда вот он достиг пика, 12 мая получается. И здесь мы видим, что он у нас перешел в снижение, снижается достаточно устойчиво. По разным это причинам происходит, но видно, что в общий вот этот комплекс товарных цен, да, если мы берем какой-то индекс, он снижается. Что-то растет, что-то падает, но в целом как бы товарные рынки сейчас испытывают коррекцию после сильного роста. Я напомню, что вот эти все волны, которые у нас были в этом индексе, они сопровождались тем, что росли также ожидания инфляции. Ну почему? Потому что если растут цены на сырье, значит в будущем они постепенно, производители будут перекладывать свои растущие издержки на потребителей. Собственно, когда у нас появилась обратная тенденция вот здесь, что товарные цены начали корректироваться вниз, сразу, конечно же, рынки среагировали на это. Все стали ожидать, что инфляция будет не такой сильной в будущем. Потому что товарные рынки, цены на сырье потихоньку корректируются, у производителей будет меньше стимулов правильно перекладывать что-то на потребителей. Вот это вот нужно иметь в виду, что сейчас происходит на товарном рынке. Происходит коррекция. Из-за этого сразу все инфляционные ожидания на рынке, которые выражались, да, в различных движениях цен, например, в бондах, да, у нас очень сильно падали бонды, сейчас происходит обратная тенденция. И это действительно так. Если мы с вами посмотрим на комплекс доходности бондов, мы видим вот с вами следующую ситуацию. У нас, во-первых, доходность десятилетних казначейских облигаций отошла от минимума. Если вы помните, там был 1,70. Давайте как бы с вами посмотрим, да, где у нас был какой-то там максимум или минимум. Вот, собственно, вот здесь у нас был вот этот максимум. Все, и затем мы перешли вроде бы в снижение. Здесь какие-то попытки роста, но опять мы снова с вами переходим в снижение. То есть у нас доходность долгосрочных казначейских облигаций США, она корректируется вниз.
Это значит, что цены на бонды растут. Именно на долгосрочные бонды США. То же самое можно увидеть в облигациях долгосрочных немецких, британских, австралийских. Собственно, мы видим, что по ним по всем доходность падает, особенно сильно вниз корректируется доходность немецких казначейских облигаций десятилетних. Собственно, можно видеть, что также достигнув пика, да, получается какого, ну, примерно 19 мая, перешли мы в очень сильную коррекцию. Доходность двух, грубо говоря, основных долгосрочных облигаций США и Германии сейчас находится в даунтренде. За ними также следуют австралийские облигации, облигации Великобритании десятилетние и так далее. Собственно, когда у нас, напомню, когда у нас падает доходность облигаций, растет их цена. Следовательно, мы видим массовый приток инвесторов обратно в бонды, обратно в долгосрочные инструменты, которые приносят фиксированную доходность. Это происходит тогда, когда нет ожиданий сильной инфляции. То есть, когда она есть, да, ожидание, что будет инфляция сильно расти, то, конечно же, в долгосрочных инструментах держаться невыгодно. Из них нужно выходить. И обратно. В них нужно выходить, когда по инфляции более благоприятная картина появляется. Собственно, связывая вот сейчас с ситуацией на товарных рынках, мы понимаем, что стабилизируется сейчас ожидание по инфляции, и поэтому выгодно обратно входить в долгосрочные бонды. Собственно, так как у нас центральные банки, они сейчас переходят постепенно к вот этому, вот этой риторике, где они говорят, что мы будем сокращать QE, мы будем делать то, это. Нужно иметь в виду, что рисковые активы, которые росли на дешевой ликвидности, которые росли на QE и прочих стимулирующих мерах, они лишаются, да, вот этого основного драйвера поддержки главного своего. Ну, по крайней мере, это замаячило на горизонте, да, что этот драйвер поддержки будут ликвидированы. И поэтому, на мой взгляд, конечно же, расти будет рисковым активом намного сейчас сложнее. То, что мы видим сейчас 4200 по S&P 500, вот здесь вот это движение, я считаю, что максимум будет какой-то тест еще раз повторный, вот этого максимума, но дальше вверх будет продвигаться очень тяжело. То есть мы будем колебаться вот здесь в этом диапазоне, либо после теста начнем уходить ниже. Поэтому я бы на самом деле рассматривал, будем так говорить, такой бросок вверх, да, ложный, после которого мы будем на какие-то продажи нацеливаться, потому что сейчас центральные банки синхронно переходят к разговорам о том, что пора бы уже выходить из вот этой дешевой ликвидности, из низких ставок, по крайней мере, из QE, да, из программы количественного смягчения. Нужно выходить, и, конечно же, для рисковых активов это большой минус. Они росли на поддержке центральных банков, и когда эта поддержка уходит, конечно же, если мы видим какие-то ставки вверх, есть какой-то вверх, то это, конечно же, очень осторожные ставки на рост. То есть массовой скупки дальше вверх рисковых активов, на мой взгляд, уже не будет. Будут какие-то отдельные движения вверх, но в целом будет преобладать торговля вот в этом диапазоне. Поэтому я бы, на самом деле, после какого-то броска вверх нацеливался на шорт или фиксирую, по крайней мере, свои позиции, если они есть, то их, как бы, ну, на мой взгляд, следует фиксировать, потому что расти будет, конечно же, сложнее. Вот. Ну, что касается доллара, мы уже с вами обсудили. Я вот рассчитываю на то, что вот этот еще раз, да, вернемся к этому. То, что у нас мы здесь не смогли с вами закрепиться. Вчера, да, был поход ниже вот этого минимума. Если посмотреть, это у нас вот как раз-таки февральский минимум, следующий минимум это январский, да, вот здесь на 89.24 он проходит. Но мы не смогли закрепиться вот здесь ниже, это было очень важно для того, чтобы тестировать вот этот уже уровень. Не получилось сразу это сделать, поэтому так как мы сегодня перешли вверх, выше этого уровня не смогли закрепиться, то, на мой взгляд, восходящий моментом сейчас появился. Рисковые активы неуверенно себя чувствуют, и вот, на мой взгляд, это, конечно, позволит вот в рамках вот этого даунтренда индексу доллара, это позволит какую-то вот такую, ну, краткосрочную коррекцию до уровня 90-10, получается, 90-20, что-то вот такое устроить, ну, чуть выше 90 пунктов подняться, и затем уже переходить дальше ниже, вот в рамках вот этого трендового канала ниже.
Этот как раз-таки потому, что вот мы не смогли вот сразу немедленно закрепиться, получается. Поэтому появляется вот такая вот возможность, да, сходить выше. Но в целом мы в даунтренде остаемся. Если мы с вами рассматриваем вот этот, будем так говорить, гонку между центральными банками, да, гонку, ну вот, кто быстрее выйдет из антикризисных мер, то все равно, даже с учетом того, что ФРС, представители ФРС заявили вчера, все равно ФРС очень сильно отстает. Потому что другие банки, они уже, ну, другие ЦБ, они уже конкретно заявили, что, ну вот, QE будет, ну, сокращение скупки активов начнется вот примерно тогда-то. Уже они как бы сроки ставят. У ФРС пока более-менее, ну, более, точнее, осторожные замечания, и она поэтому отстает в этом. С этой точки зрения давление на доллар, естественно, сохраняется. Поэтому даунтренд этот в долларе, на мой взгляд, пока будет сохраняться. Нет причины ждать какого-то глобального разворота. Но вот здесь вот, так как мы не смогли закрепиться ниже, вот какая-то техническая коррекция выше, она сможет, скорее всего, развиться, но я бы рассчитывал вот от этого уровня, да, вот здесь, ну, на какой-то шорт, да. Вот, поэтому мы ждем, наверное, ниже по евро-доллару и по фунту. Это что-то будет ниже 1.22 и 1.41. Там 1.2180 получается примерно, и 1.40 тоже где-то 8.70. Оттуда уже рассматривать какие-то покупки, получается, по этим парам. Ну, по индексу доллара это примерно как раз-таки будет вот уровень 90.10, может быть, чуть выше. Вот. На этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вы хотите увидеть новые выпуски. На этом у меня все. Всего доброго, торгуйте в профит.